Меган Маркл и принц Гарри отказались исполнять королевские обязанности и уехали в США строить новую жизнь. Весной этого года пара дала откровенное интервью Опри Уинфри, где в красках рассказала подробности своей жизни во дворце. Экс-актриса пожаловалась на то, что ее притесняли из-за цвета кожи, принц заявил, что хотел спасти семью от прессы, боясь повторения истории принцессы Дианы. Позже Гарри дал еще два интервью, в одном из которых сравнил жизнь во дворце с жизнью в зоопарке. Они воспользовались терпимостью королевы и думали, что им все сойдет с рук. Но это не так. Все только начинается, заявила королевский эксперт Колин Кэмпбелл. Ее слова приводит Экспресс. Напомним, в сентябре Меган и Гарри планируют приехать в Лондон. Празднование по случаю 60-летия принцессы Дианы Кенсингтонский дворец проведет осенью, ища пандемии коронавируса. На днях одна из бывших сотрудниц 39-летней Меган Маркл и 36-летнего принца Гарри поделилась своим опытом работы с ними. Кэтрин Сен-Лоран, которая раньше занимала должность главы администрации герцога и герцогини Сассекских, осталась в восторге от сотрудничества с парой и объяснила, что именно так восхищало ее в бывших начальниках. Это был невероятный опыт. Гарри и Меган – невероятно талантливые и творческие лидеры, рассказала Сен-Лоран в беседе с изданием The Cut. С Гарри и Меган Кэтрин начала работать в апреле 2020 года, когда они уже официально сложили с себя королевские обязанности. Через год после этого Сен-Лоран перешла на должность советника общественной организации супругов Арчивелл, названной в честь двухлетнего сына пары Арчи. «Я считаю, что у них есть потенциал стать очень влиятельными лидерами в сфере социального воздействия. Я рада оставаться частью этого и с оптимизмом смотрю в будущее их компании», — поделилась своим мнением Сен-Лоран. Напомним, что несколько месяцев назад несколько бывших сотрудников Меган Маркл отзывались о совместной работе с ней совсем иначе. Тогда работники Букингемского дворца заявили, что герцогиня систематически подвергала буллингу свой персонал, еще будучи старшим членом королевской семьи. Букингемский дворец пообещал провести собственное расследование, однако его результаты так и не были опубликованы. Представители Меган и Гарри категорически отрицали громкие обвинения в адрес герцогини. «Давайте просто назовем это тем, чем это на самом деле является, просчитанной клеветнической кампанией. Ее главной целью было введение общественности в заблуждение и распространение дезинформации. Мы разочарованы, что клевета о герцогине получила доверие со стороны представителей СМИ». Так представители Меган Маркл и принца Гарри прокомментировали неприятный инцидент. Не успел принц Гарри побывать с визитом в Великобритании и поучаствовать в открытии памятника своей матери, принцессы Дианы, как в мире уже вовсю начали обсуждать его следующую поездку на родину в сентябре. Дело в том, что в этот раз герцога Сассекского не сопровождала его жена Меган Маркл, поскольку она совсем недавно второй раз стала мамой. Однако осенью их новорожденной дочери Лилибет Диане уже исполнится 3 месяца. Так что есть вероятность, что супруга принца Гарри либо возьмет с собой обоих детей, либо оставит отпрысков в США, а сама отправится в Лондон. Однако рядовые британцы, а также королевский двор, не горят желанием видеть Меган на праздновании дня рождения леди Ди, который перенесли на сентябрь из-за эпидемии коронавируса. Согласно опросу граждан, большинство из них, порядка 93%, настроены категорически против визита бывшей актрисы в Великобританию. Они все должны оставаться на своих местах и больше никогда не беспокоить королевскую семью. «Оставайся в США», — цитирует Daily Express своих читателей. Есть вероятность, что Маркл откажется от поездки из-за своих материнских обязанностей, но это не значит, что она больше не появится в Англии. Уже в следующем году в стране пройдут масштабные празднества по случаю 70-летия вошествия на престол Елизаветы II. На этом мероприятии принц Гарри точно появится вместе с женой, так что Меган придется встретиться с королевой и с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, с которыми сейчас у нее крайне напряженные отношения. «Это будет кошмар для дворца», — заявил королевский эксперт Даниэл Эльзер в интервью Экспресс. На прошлой неделе в Кенсингтонском дворце открыли статую принцессы Дианы. На мероприятии были только принцы Уильям и Гарри, а также брат и сестра покойной леди Ди. Торжественные празднования дня рождения принцессы Кенсингтонский дворец перенес на сентябрь из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что принц Гарри вновь приедет в Лондон, на этот раз уже с Меган Маркл и детьми. Британский таблоид Daily Express по этому случаю провел опрос среди своих читателей.
Его итоги неутешительны для герцогов сассекских. Из 6805 респондентов, 6307 или 93% выступили против того, чтобы они привезли детей, а значит и против приезда экс-актрисы. Они все должны оставаться на своих местах и больше никогда не беспокоить королевскую семью. «Оставайся в США», цитирует издание британцев. Добавим, что визит герцогов сассекских в Лондон также запланирован на следующий год. В июне 2022 королева будет отмечать платиновый юбилей правления. Принцы Уильям и Гарри, кажется, наконец готовы зарыть топор войны и пойти друг другу навстречу. По крайней мере, в этом убеждены многие королевские эксперты, в том числе близкий друг покойной принцессы Дианы Стюарт Пирс. В разговоре с изданием US Weekly он отметил, что вчерашнее открытие памятника принцессе Уэльской показало, что на самом деле отношения 39-летнего Уильяма и 36-летнего Гарри складываются совсем не так плохо, как об этом сообщает пресса. К такому выводу он пришел, проанализировав поведение братьев на официальной церемонии. По поведению братьев, которое было таким простым и неформальным, они шутили и улыбались, я почувствовал, что этот момент полностью изменит то, что очерняло их отношения раньше. Слухи об их разладе основывались лишь на страхах и идеях людей, которые думали, что общались с кем-то, приближенным к королевскому двору. В то время как на самом деле те люди все это просто выдумали, выразил свое мнение Пирс. Стюарт также подчеркнул, что своим вчерашним поведением принцы Уильям и Гарри доказали, что между ними на самом деле никогда и не было настоящей вражды, о которой так упорно трубили СМИ. Это рассеивает шумиху по поводу того факта, что между ними действительно существовал раскол. Я в это не верю. Были небольшие разногласия, но кто не спорит со своими братьями? В СМИ же все это было раздуто и излишне драматизировано. Стюарт Пирс также поделился своими соображениями по поводу отсутствия на церемонии открытия Кейт Миддлтон, Меган Маркл, королевы Елизаветы II и других членов семьи. Он объяснил это не только соблюдением мер безопасности в связи с пандемией коронавируса, но и желанием королевской семьи избежать скандала. Если бы Меган была там, это было бы просто взрывоопасно. Британская пресса не упустила бы возможности сказать что-то унизительное на этот счет, рассуждает Пирс. Ранее другие источники в беседе с тем же изданием рассказали, что изначально Кейт Миддлтон очень хотела присутствовать на официальном открытии памятника, однако так и не появилась там. По информации инсайдеров, еще несколько недель назад Уильям и Кейт договорились, что в этот день ей лучше остаться дома вместе с детьми. Из уважения к принцам Гарри и Уильяму, королевская семья хотела, чтобы речь в этот день шла только о сыновьях Дианы. Не было цели превращать это в крупное публичное событие, рассказали анонимные источники. Сложно представить ценность украшений британских монархов, их драгоценности, передаваемые из поколения в поколение, считаются самыми дорогими в мире и по стоимости делят первое место с коллекцией королевской семьи Нидерландов. Елизавета II надевает фамильные диадемы на официальные королевские помолвки или в мировые туры, да и родственники монархини не прочь поносить тиары, броши, кольца, ожерелья с многовековой историей. Так, для свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл выбрала роскошную тиару королевы Марии Бондо, а принцесса Евгения на свадебную церемонию с Джеком Бруксбенком в 2018 году надела тиару Гревилла Эмералд Кокошник. Другая монаршая особа, принцесса Беатрис, примерила на собственном венчании тиару королевы Марии с бриллиантовой бахромой. По данным британских СМИ, общая стоимость трех королевских тиар составляет 17 миллионов фунтов стерлингов. 1,7 миллиарда рублей, пишет Экспресс. Ранее в окружении любимицы британцев Кейт Миддлтон заговорили о пополнении в королевской семье. Приближенные герцогини заявили, что принц с супругой готовят важное заявление для подданных, и британцы решили, что Уильям и Кэтрин ждут четвертого ребенка.